На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Юсеф Шалаби, мне 10 лет. Я учусь в 3-м А-классе лицея номер 21 города Иваново. Михаил Исаковский. Навек запомни. Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кем бы ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.